что же это такое? Это газовая сушилка. Ага, газовая. Да, да, поразглядываю сзади. Не пойму, цены слегка. Для одежды. То бишь там есть горелка? Да. Блин, ну это еще одна точка. Это, конечно, может и решение неплохое. Но это пока, как сказать, только привезли, чтобы прощупать рынок, вообще посмотреть, насколько это будет актуально и интересно. То бишь еще как бы ну, не приобреталось? Нет, еще нет. Ну еще даже сертификаты ничего не делалось. Ну а по котлам что? По котлам новое представлено, вот у нас одноконтурные котлы вышли. 30, 35 и 42 киловатта. Это, соответственно, новое с нашим стандартным дымоходом, да? Вот. И также представлено с коаксиальным. С коаксиальным, 50 на 100. Но так, в принципе, котлы... Конструкция, да, больших изменений, да. То есть также горелки перешли секторам. Также еще представлена серия R, которая была, она тоже представлена с европейским дымоходом. Верхний, для чего это было? Это программатор Белюк. Вот. Как бы был, просто он не был на... Да. А также Wi-Fi, дети плохо у него. Здесь как будто серега, у них горелка как будто полностью секторам не делится. А, получается здесь, ну, по сути, газовый клапан на всю горелку. Да, сразу, да. А там определенно клапанами, насколько я понимаю.